привет, ребят. Привет, мои хорошие. Ой, дурдом. Ой, дурдом, блин. Лила и Стич. Друг другом играют. Грохот. Шум. Гам. Едем по магазинам, ребят. Помимо этого. Это писец. Едем по магазинам, ну купить там продукты, надо купить собаке, новая же появилась собака, она кашу есть, крупу надо купить, много всякого надо купить, то есть это все покажем, это все расскажем, и помимо этого, в нашей жизни случилось яркое событие, сейчас расскажу. Носики. Теперь два носа. Ага. Наверное, минус такое, ну да. А, ну да, я ж кроликом наливал воды, лед был. Минус 4 было. Минус 3 уже, теплеет. Потепление. Ну, чуть-чуть на градус. Поехали, ребят. Гоша. Да. Дело в том, ребят, ну самое основное... Сейчас. Дело в том, ребят, что самое основное событие сегодняшнего дня, это... То, что к нам приехала, прилетела посылка. Не так часто это приходит, происходит. Надо ее, ну, помимо всех покупок, получить посылку. Нет. Да что ты? Не, мне. Посмотрим. Может, мне что перепадет. Коробка, хотя бы, знаешь, как коту играться. Как знать. Вон они, гад, свет от вентили. Света у нас нет, ребят, поэтому мы поскучали минут 5 и решили, надо уезжать. Ну, раз света нет, все равно делать нечего. Двух зайцев убьем. Опа. Сейчас. Приехали, ребят, в светофор. Нам надо купить животным пищу. Это первоочередное. Ну а дальше уже по схеме. Ну, в принципе, все будем показывать. Сегодня поменьше людей. С тачкой, думаешь? Чтобы не достать. Давай. Тут, похоже, вообще не топится, да? Холодно. Не топится. Тема что такая вот, что типа любят и любят. Что, нету ее? Круп. Ну где-то тут. Не, ну это каша, это ну то. Ну это овсянка. Макароны. Наверное. Может, макаронов просто им, или не будут? Ну, макароны у нас есть, но они есть, знаешь, ну как бы. Я просто думала, может, знаешь, ну как бы какой-то будет там. Это должна быть и крупа, мюсли какие-то, что такое? Мюсли это... Не лапша? Это не лапша, Андрюш, это вот. Это там вот не... зернышки, это сладко, это молоком заливается и кушается. Это, короче, не для собак. Не. Ясно, блин. Что с крупами? Тебе же... Не, ну где-то должна быть крупа по-любому. Ну, может быть, сейчас и нету. Ну, сейчас поищем. Вот сейчас пройдемся. Такое надо? Не знаю, может, поела. Сметана с сахарком, домашняя. Не, ну я не знаю. Смотри, прямо такую стаканяку. И силы-то поприбавится в руках. Ох, от сметаны. Мармелад. Угу. Червячки. Да, я не знаю, вкусные они будут. Жорика любимая еда. Какая? Они же одинаковые, по идее, все будут. Нет, разные это, бывают. Во-первых, видишь, они очень мелкие. Видишь, сорт такой, ну как бы очень мелкий или такой, или выбраковка. Но они могут быть вкусные. Ну, 100 рублей вот. Вроде, а Жору порадовать. Вообще-то я планировала порадовать да? себя. Не, ну и себя, и Жору. Выбери из них крупнее, или они все одинаковые? Они все одинаковые. Пошли. Надо было видеть лицо того паренька, который трешки замерзли. Ну ничего, не маленький, поймет. Едем дальше. Не купили то, что нужно было на самом деле. Куда теперь едем? Так. Почта. На почту, да. На почту там. А у
мы, может, этот, зайдем в Магнит Косметик, то есть, ну, как бы посмотрим, может, там какая-то акция на котячью еду. Если нет, то, ну, как бы... Навес. Да, навес в этом... природе. Хотел сказать, в мире животных. Нет. Там, да, навес. Ну, все, короче, едем на почту, а там уже по ходу пьесы. Поехали. Следующая остановка, ребят, идем на почту. Паспорт берешь? Пошли. Ребятам в кои-то веки пришла посылочка. А тут у нас стройка века. Как в Москве, ребят, брусчатку меняют на брусчатку. Все как положено. Еще 130 миллионов. Дерево знает. По отработанной схеме. Мне просто нравится это самое... высказывание, знаешь, этих Белого дома, как они же возмущаются, ах, вы твари неблагодарные, мы для вас, мы вам, а я вас не просила. Да, да, лучше больницу сделать. Да, лучше больницу сделать. Согласен. Колеса на скорую купить. Колеса на скорую купите. Пластырь, угу. На шатырь. Ну, как-то так. Где забирать? Чтоб нашли. Спасибо. Ну что, весь? Это такой, блин, тяжеленький. Ну, в смысле как, ну больше килограмма. Ну, понятно. Получили, ребят, посылку. Это уже будем дома распаковывать, показывать, соответственно, будем рассказывать, в конце концов. Ты в этот Магнит Косметик идем или нет? Давай, я понесу. Не идем. Мы, наверное, сейчас поедем в Пятерочку. Посмотрим, может, там какая-нибудь акция, знаешь, на какую-нибудь крупу там или кашку. Не, ну крупу, да, котячий корма, нет? Котячий корма. Да, я думаю, что, знаешь, наверное, надо бы по-хорошему. Надо было бы сходить или съездить в этот, знаешь, курячий магазин или в этот, или вот в который... в Мяснятинский, в который мы все время ездим. Купить там какие-нибудь головы, лапки, там, знаешь, ну как бы что-нибудь. Не, ну каша, а котам. Ну я котам и съесть. И котам. Да, да, кашу варить буду. Пошли так сразу выйдем, чтобы по лужам не скакать. Приехали в следующий пункт назначения, ребят. Хотели в Магнит Косметик зайти купить кошачьего корма, если вдруг будет по акции, как Ира рассказывала. Потом решили, не будет ни хера ничего по акции. Купим сейчас головок, шеек мясных в нашем магазине, где обычно берем фарш, ломаем систему, берем шейки. Ну правильно, чё ты? А чё ты с закрытыми глазами? Ну я хотел почесать и завис. А. Ну он как прилип. Короче. Залип. Ну забыл, что надо дальше чесать его, убирать руку. Я прикоснулся. Что? Пошли. Огонь. Идем за шейками. Ну, сейчас какое-нибудь мясное изделие, чтобы кашу варить, ребят. Чтобы оно с душком мясным было. Надо что-то дешево и сердито взять, а? Чтобы вкусно было им. Чтобы им было вкусно, как Ира говорит, да. С наваристой. Ну, смотри, осторожно, во дворе злой хозяин. Хозяин, да. Хоп. Сейчас, есть ли тут такое вообще, то, по-моему... ништяки одни. Что-то, Ира, тут одни ништяки. Да. А скажите, пожалуйста, не бывает у вас такое облегчение? Котам. Что, может, есть все? Раньше было. Я, может, просто один раз, знаешь, увидела. По-моему, в Орсовском мелкий покупает котам. Может быть, в Орсовском. Что, заедем туда? Надо какие-то ножки-рожки, но тут ничего нет. Тут прям да. Такое людское-людское, прям котячего нет. Ну хотя в наше время и люди ножки не хило едят. Не, ну, собственно говоря, это, Андрюш, ну как бы вот, допустим, шеи есть, и люди покупают. Не, я же говорю, сейчас такое время, что ничем не брезгуют, ну, и да, люди. Да. Это совсем лапки такие, знаешь, ну понял, ты лапки вот эти с когтями, но я такое собакам покупать. Да, ну люди сейчас и лапки едят, Ир, покупают бабушки. Ну, чтоб супчик хоть чуть. С душком был или как? С наваром. Я, говоря, даже не знаю, что, какой душок может быть в лапках. Едят. Едят. Не, ну, наверное, может, для кого-то, как бы, если какое-то национальное блюдо, вот как это, допустим, там,
дело, в Вьетнаме, наверное. Их об это обсмаливают, вот эту кожицу желтую снимают, да, и едят. Так какой национальный. Всяко лучше, чем песок есть, но вот как в нашей стране. Настолько уже людей в задницу загнали. Ну да. Лапки это уже как изыск для богатеев. Ребят, решили заехать в Магнит. Ира говорит, тут вроде как бывает фарш механической обвалки. Сильно не знаю, что это такое, но у нас же как опыта нет. С вот этой новой собакой теперь приходится другие корма брать. Ну, Жорик, он что там есть, чайную ложку рассосал и все под языком, как валидолку. Да. Их много, как бы, и позволить себе, то есть кормить их, ну, как бы, покупным кормом, это не, ну, можем, понятно, ну, как понятно. Бы, а, соответственно, как бы, питаться им в любом случае надо, и, ну, как бы, для всех одинаково. Хорошо. Варить кашу и... Хорошо. Идем. Ну, да. А, можно даже корзину было взять. Давай возьмем. Опа, что у нас танцы спадают. А что они спадают? А? Они, да, спали прям, я помню. Это вроде пуговица застегнута. Все равно спадают, а? Так, а что ты взяла корзину? Еще не знаем, есть ли такое, нет, похоже, что-то пиздец. Да, похоже. Вот надо сейчас посмотреть, сколько она так стоит. Надо посмотреть, как она называется. Правильно. Полурубленный фарш куриный, обыкновенный фарш. Это не, этот, не обвалки, чека. Это круто, это можно самим типа кормить. Давай посмотрим, это вот моя цена. Вот так надо закрыть, чтобы она хорошо, не разогналась. Хорошо, холод не выходил. Моя цена фарша обыкновенный куриный 900 грамм 95 рублей. Ну это недорого. 100 рублей, ну смотри. Одну. Ну вот пополам вот так вот, ну как бы это будет на два раза, ну как бы на кастрюлю этой. Берем кашиков, да. Давай, покажи. Сейчас можно посмотреть еще, что тут есть. Вот смотри, набор для супа, вот подложка 89. Белая птица. Не, ну, что это, ну, с костями. Такое? Ну, по-моему, это лучше, фарш есть фарш. Вот это, наверное, вот набор для супа. Вот тут там рожки-ножки. Ну, можно одну такую, белая одну такую, птица. Да. Это оно, ну достань его, посмотри. Что оно такое? Набор для супа, да. Да, ну и все. Тут непонятно, отрывки какие-то. Ну и прекрасно. Жопки, попки. Жопки, попки, пусть это будет все. То есть один раз так морозилку кинуть. Давай, давай. Что, все или еще что-то? Ну, пшено или ты не, а это не пшено, кукурузное. Это кукурузное, но они тоже будут. Но оно дешевле, но это смотри, пшено 82, это 32. Они будут есть и кукурузное. Ну бери кукурузу. Вот смотри, ячневая есть, а, по 25. Ну, вот. Ну, давай вот ячневую. Еще можешь ячневую. Да, 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 да. Пачки надолго не хватит. Вот. А вот пшено, смотри, вот крупа. Не, ну то круто пшено. Пшено я сам есть буду. Будешь есть? Я люблю пшено. Ну, только со смаслом. С маслом. И такое, чтобы не доварено, знаешь, похрустывало. Да, вот так две эти. И там чуть-чуть макароны есть. Ну, пшено покупать. Ну, бери, что будем есть, конечно. Все? Ну, как ты, как эквилибрист. Оно сползет все равно, наверное, сбоку, да. Пшеничная. Пшеница дробленная. Да. Комбикорм. Да? Может просто на дробилке комбикорм и запарить его просто. С головками. Не, подробить. Не, 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 не? Ну смотри. Опа. Наверное, в других холодильниках масло будет. Да, да, да. Хлеба у нас нет, Ир. Давай булкина. Слышь? Ага, да, давай, давай. Вот такая нормально. Ну та с шишкой вроде, ну да. Вроде без шишки. Вот Белкина. Я понимаю, что Белкина, но видишь, шишка сейчас пошла без портала. Раньше она была, может, несколько видов. Так все не шишка ее. Нафиг. Давай такую. Хочешь такую? Давай такую. Тоже Белкина, кстати. А вот и масла. Ну нам вот такую, наверное, надо ее. Узоры. Крестьянские узоры. Ну, большую, в смысле. Давай. Все или еще что-то? Да. Вот, пошли. Да, пойдем. Сахар у нас есть. Ага. Привет, Санек! Как же туха? Пойдет, вы как 100 лет спасибо. Да, помаленьку, Санек.
Да. Прекрасно. Да. Ой. Оп. Теперь, я так понимаю, можно домой ехать, да? Отлично. Домой, домой, домой. Стучат колеса. У нас в магнитике уже 24 рубля. Что магнитики? В магнитике у нас бонусы. 24 рубля, да. Булка хлеба. Да, уже на булку. Голодный пропадаем. Да. Это типа можно вообще без денег вообще хлеб взять. Без денег можно хлеб. Там по 20 рублей даже хлеб есть. Лети, то есть что ты говорила, черство. Списать эти. Баллы. На ипалы. То есть там, ну как бы, в пятерке там же баллы, которые... Да, в рубли превращаются. Превращаются в рубли. А это сразу в рубли. Вообще прикольно. Ну, вроде слазит, наверное, уже все чинит. Или мне показалось. Да нет, там с другой стороны, вон она открытая. Свет нам отключили, ребята, непонятно, когда будет. Он, ребята, ковыряется. Ой, всерьез, провод какой-то протянули от машины. Дыр-дыр-дыр, эта машинка. Ребят, долго света не будет? Часов 11. Все, спасибо. Получше. Мы даже сейчас плиту не зажгем. У нас, по-моему, не спичек. Есть. Наш у нас без света не горит. И холодно дома будет. Так сильно не остынет. Ну да. Ну, через полчаса уже погреемся. Сейчас 10:30, ну Ира сказала, в 11 включат. То есть не смертельно. То, что они сказали, это еще надо разделить на 18. Да. Нормальный парень. Че им брехать-то? А вот уже и хатка дяди Андрея, тети Иры. Практически приехали. Пряничный домик наш. До боли любимый и до боли знакомый. И два шермандера там бегают сейчас. Носики. Лила и Стич, да? Да. Так что-то нету. Носики. Видишь, что ты пагубно влияет на него, Лила. А не, вон, Боб тут. Да вон они уже, Боб шкрябает. Это нету, а этот пришел. Видишь, какой он воспитанный. А это еще не научилась встречать шефа. Что-нибудь мне? Да посылку свою забирай. Жора, тебе финики купили, Жора. Лилочка. Лилуся, это мы. Финики. Жора любит финики. Финики любят Жору. Да, Жой? Ой, скакуны. Ой, Роша. Это писец. Вот так и дома, ребята, у нас происходит примерно. Армагеддон. Сейчас идем домой. Я буду варить кашу вам. Да. Заходите. Маленький, добрый армагеддец. Тихо. Нельзя. Так, ребят, свет нам дали, не обманули. Даже чуть раньше. Еще 11 нет, но без 10 где-то. Делаем обзор наших покупок. Купили финики. Их любит у нас как Жора, так и Ира. Финики сушеные. Илкин. 1000 грамм, килограмм, короче. Так, это у нас Ире и Жорику. Это мне куплено, не знаю, орешки это или что. Ну, это арахис в карамели. Арахис в карамели. Чё? Типа казиначков. Пахнет сгущенкой вареной. Ну, или кажется. Колбаса на салаты всякие. Вареная докторская. Хлеб долгожданный. Каша какая-то. Это пшеница, короче, дробленая. Две штуки купили ребятам нашим. Теперь на каше будут сидеть. Масло. Крестьянский узор. Оно не очень, но зато очень дешевое. 136 рублей, по-моему, стоит. Сколько-то грамм. А где ж тут граммы, блин? Ну, оно так много грамм. Не как в маленькой пачке, а больше. 450 грамм. Какие-то косточки взяли тоже собакам для навара. Ну, вот если видно, это вот жопка непосредственно. Тут, наверное, одни жопки. Не, я понимаю, но тут, по-моему, одни жопки. Я думал, может, еще а что-то. Не, я не об этом. Я просто объяснить пытаюсь, что тут. Причем пусть. Набор для супа, да. Но я так понимаю, тут просто одни жопки. Там даже написано, не написано этот состав. Нет, тут пищевая ценность, тын-тын-тын. Условия хранения нет. Тут такого. Ну, какая разница. Более чем для навара. Опять же, ребята, мы такой какой-то фарш купили. Красная цена, не красная цена, 100 рублей. Даже меньше, стоит 96, по-моему.
тоже для навара в кашу собачка. Ну и пшенка. Это уже дяде Андрею. Со с маслом. Масло ж купили. Все будет четко. В принципе, на этом все, ребятки. Единственное, что ну, посылку получили. Посылка, это будет отдельное видео. Несколько позже. Всем пока, всем добра. Подписывайтесь, оставайтесь с нами. Ну, вы лучшие, вы же знаете. Вы супер, ребятки. Пока, добра, оставайтесь с нами. Мы вас любим, скучаем, ждем. Ждем на следующем видео. Я думаю, следующее видео уже будет как раз открытие, вскрытие, обзор посылки. Что, по 100 грамм?